Так, всем привет, я продолжаю уроки по Unity 3D. Сегодня пойдет речь о Graphic User Interface в системе GUI. Создаем новый скрипт, GUI Test назвал его, JavaScript, вот он. Открываем через MonoDevelop, удаляем тут стандартные функции, хотя они нам не пригодятся. Так, зададим переменные. Var button, пройдемся по функциям класса GUI rect. Так, дальше var label, что-то это куплю, label rect, var window rect, потом еще добавим. Так, функция называется у GUI function on GUI. Перерисовка идет каждый кадр. Так. Также сделаем GUI skin. Тоже получимся с ним работать. Var GUI skin. Типа GUI skin. Так. Идем function on GUI. Проверка сделаем. If. Хотите, не обязательно. GUI.skin будет равно GUI skin. Что такое skin и как с ним работать, я объясню чуть позже. Так сказать, там можно менять шрифт, вид кнопок автоматически будет меняться. То есть можно задавать GUI skin разным объектам и так далее. Один и тот же с настройками. Как бы префаб настроек для GUI. Дальше. If GUI button, так, в позиции будет button, то есть тут тип rect идет, да, и второй аргумент это название, назовем GUI button, вот, так, и будет выводиться текст, вот, debug.log button, то есть обрабатывание будет события. Также нам пригодится, чтобы в инспекторе прям запускался скрипт, чтобы не обязательно было каждый раз игру запускать. Так, и добавляем строчку скрипт собака скрипт execute in edit mode, вот, сохраним, пока что ограничимся одним button. Так, вот, компилирую скрипт. Мы его повесим на main camera и идем вот сюда, вот в окно. Так, мне вот не нравится синий фон тут у камеры, вот background сменим, к примеру, на серый. Так, вот у нас появился button, позиция, поставим 200, 100, 200, 40. И вот у нас появилась кнопка GUI button, да? То есть мы тут можем менять с вами. Вот, и прям в редакторе у нас появился вот GUI button. Так, GUI skin. У меня вот есть, по-моему, skin, а не, нету. Вот создам create GUI skin. Назову my GUI skin. Да. My GUI skin. И вот button. Так, фонд, ну, Arial, ну, поставим, к примеру, font size 24, normal, красного цвета, чтобы было, да, чтобы было видно, что другое. Также можно фон кнопки менять, я посмотрю, у меня есть ресурсов что-нибудь. Ну, да, у меня, в принципе, ничего тут такого нету. Это вот у меня рыболовный симулятор делается. Вот Wild Dream Studio. У нас теперь на сайте есть подписка. Можете подписываться на новые игры. Также обновление шутера и 2D рыбалки. Вышел новый шутер One Way Ticket 2. Так что заходите. Так, ну вот, вот FSNL поставил сюда. Normal. Ну, неважно. Идем в скрипт. My GUI skin вешаем сюда. И вот наша кнопка стала такой. Вот видите, да? Возвращаем GUI button. Так,
переименуем. Оставим так, ладно, идем дальше. GUI label в позиции label. У нас наши переменные, да? И будет вводить текст it's label. Так, скрипт мы наш сохраним. Так, и сворачиваем переменную button, открываем label. X будет 100, Y 0, ширина 300, высота 40. Вот it label, да? Ну, теперь тоже отредактируем наш скин. Button закрываем, label открываем, normal, и сделаем красный. Вот видите, тоже смотрим на красный. Так, и font size. Нет, что-то он тут так. Шрифт Arial поставим, вот. И меняем размер шрифта. Вот, it's label. Тут может цвет любой ставить. Такой поставим, к примеру. Нет, раз у нас все красненькое, то и тоже будет красный, пусть. Так, цену сохранять не буду. То есть GUI skin теперь можно применить где угодно. Вот мы настройки к нему делаем, да. Вот, допустим, приложение наше. Вот кнопка, да. Вот мы при наведении не сменили, да. Поэтому дефолтный. Изображение на кнопке. Вот, нажимаем, появляется сообщение button. И вот обрабатывает вот лейбл. Идем дальше. Так. Время нормально у нас. Так, дальше идем по классу GUI. Что у нас там еще будет? Так, идем. GUI text field. Вот. Text field. Сделаем var text. Text string, это будет пустой текст, или, к примеру, name, да. А уж сделаем по-другому. Мы сделаем с вами оформление для игры какой-нибудь. Сделаем, например, текст player name, да, и кнопка будет у нас play, да. Так, и text field, или так, text равно GUI text field. Вот видите, позиция, это у нас будет field, сейчас задам переменную эту, и текст, это текст, переменная, и создам rect field, var field, типа rect, хотя он, думаю, не даст переменную сделать, потому что это метод класса у main-камер, ну, у камер, по-моему, так что не будем мудрить. Вот так вот сделаем. Сохраняем, идем обратно в инспектор. Смотрим, что у нас тут изменилось. Вот player name, да. Мы с вами label, пожалуй. Вот. Вот может удобно менять, видите, да? Так, X сюда сдвинем. Вот тут бы, пожалуй. Так, button мы пониже опустим. Так, field. 200 240 30, и опускаем вот сюда, и вот с вами мы видим, запускаем, вот у нас раз, мы можем имя менять, да, но имя игрока жмем play, да, и вот у нас с вами уже неплохо получается. Идем дальше, что мы еще сделаем. Так, еще также мы можем с вами ограничить количество символов. Ну, к примеру, сделаем перемену var simp, то есть символ сколько будет, да? Так, сокращенно написал int, и тут simp параметр. Это у нас будет ограничение на количество вводимых символов. Так, вот у нас ограничение, эти 0 ограничения. А мы поставим, к примеру, 5, да, идем сюда, запускаем, вот видите, я 5 ввел и больше вести не могу.
И также вот можете менять, да, вот Alex или вот Fly Dream Studio, видите, не могу записать. И, к примеру, сделаем предложение для кнопку, другое сообщение, var playing player name is плюс текст, будет вводиться текст. Так, отлично. Так, идем с вами дальше. Сейчас мы с вами сделаем окно, да? Window. Создадим. Так, вот здесь у нас window rect. Так, и сделаем window равно GUI window 0 window это вот rect. Потом создадим функцию set window. И название окна будет servers, к примеру, да? Ну, для нормальной игры пойдет. Делаем функцию function set window my id двоеточие int. Так. Вот так пока сделаем. Вот все готово. Так. Так, сделаем плеер 6 символов поставим 6 плеер плеер. Так, вот у нас окно, да, сейчас мы его растянем window x 200 y 0 ширина 200 высота 30. Ну, высоту побольше. Вот наше с вами окошечко. Мы его пониже сделаем. То есть Unity довольно удобная система GUI. Вот видите, мы с вами быстренько все сделали. Очень удобненько. Так, сервера. Так, теперь мы сделаем с вами Jack Window. Вот, запускаем. Вот у нас окно. Оно выделяется, да, но оно у нас не статичное. Player, мы с вами посмотрим. Вот видите, playing player name is окей. Ну так, идем с вами дальше, да? Сделаем drag window. Открываем вот нашу функцию set window. Делаем GUI .drag window. И наш rect будет drag. Да? И стрим переменную. Var drag. Типа rect. Хотя нет, давайте лучше мы с вами так зададим этот rect. New rect. Так, 0.0 screen.width screen.height. Вот так, пожалуйста, сделаем. Сохраним. Проверим на работоспособность. Блин, извиняюсь, ошибочка. Так, screen width, screen height. Скобки нормально. Что тут не так? Ожидалось. Скобочка. Сейчас, секунду. А, да, извиняюсь. Забыл запятую поставить. Глупая ошибка. Сохраняю, возвращаюсь. Теперь все окей. Так. Запускаем. И вот мы наше окно можем таскать. Видите, оно не вылезает за пределы, да? Вот так вот. Вот так вот, видите. Но сейчас мы сделаем ограничение, чтобы он вообще не вылезал, да? Screen height, к примеру, минус 3/2, к примеру, сделаем так, да? Проверим. Опускаем.
по-любому вылетать, оно по ограничению, по ширине не влезет туда полностью, то что оно останется в пределах видимости. Так, вот мы с вами же окно сделали. Так, сейчас пойдем дальше. Также в этом окне можно нарисовать еще что-то. GUI, точка, button, к примеру, button, ладно, new rect 0, 0, 90, 10, и текст connect, да, к примеру. Так, забыл поставить еще if. Так, и будет debug.log connecting, текст написать connecting. Так, сохраняем, идем обратно. Также скрипты появляются у нас на форуме. С форумом были небольшие проблемы, так что можете регистрироваться сейчас, задавать вопросы. Из-за того, что было большое количество ботов, спамеров, были проблемы с регистрацией, кое-какие с модами на форуме. Сейчас стоит проверка пользователей вручную, так что после регистрации примерно подождите несколько часов, и как я зайду, то проверю, посмотрю, пользователь бот или не бот, и разрешу или откажу в регистрации. Делайте нормальные мои адреса, но бота можно сразу понять по нику и по email адресу. Так, спускаем. И вот у нас кнопочка, видите? Вот она, connect. Пишет connecting. Ну, сейчас мы ее переместим. Ширину поставим 40. Тут 240. По Y 20. По X 5. Сохраняем, идем сюда. О, и вот канна кнопочка появилась. Видите, нормально. Я окно перемещаю, а кнопка остается в окне. Вот видите? Connect. Коллапс, если убрать, то он будет каждый раз писать, видите? Ну, ладно, пожалуй, на сегодня хватит. А следующий, вот этот скрипт будет у нас на форуме. Можете его взять. Так, да, скрипт будет на форуме. Следующий урок будет по FPS, седьмая часть. Мы с вами сделаем main камеру, ну, weapon cam, то есть чтобы своя фильтровать. Это вопрос многие задавали по этой теме. Ну ладно, все, всем пока.